В гостях у нас Андрей Жилин, Татьяна Речная. Андрей, расскажи, как ты давно знаком с флейтами гармонии звука? Я знал флейты гармонии звука до их рождения. Ну как только начали появляться флейты гармонии звука, сразу я проявил им большой живой интерес. И вот эта вот флейта мне прям очень сильно нравится. И это же. Таня, что нам скажет? Ну, я, очевидно, не так близко знакома с этими флейтами. Но мне на самом деле действительно тоже очень нравится. Вот и эта флейта! Нет, это мне тоже флейта очень нравится. Мне здорово очень строят между собой. Очень нравится ковал, только не нравится, что я совсем не могу на нем играть. Ну, это поправимое дело. Мне понравилось вот это. Это без флейта для Нивы, для одной руки со свистком. Вот она. Да-да. Называется она? Ну, это вистл детский. Детский вистл. Возьми взрослый вистл, ты же уже большой.